Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой новый видеоролик! С вами, как обычно, Мафиозник. Сегодня я взял 4 подписчиков в стиме под УВММ. И знаете, что будет? Это просто жесть! Да, ребята, я купил вот такую вот штучку. И за каждый килл в ММ я буду это кушать. Смотрите, что значит здесь такое. Керамбит Голд за 20 рублей. Это что, сон? Нет. Стантроп подготовил для вас много подарков, уникальные кейсы, моментальные выводы скинов и уйму ножей, которые ждут именно тебя. Стантроп. Ссылка в описании. Конфеты, допустим, желтый, белый, красный, черный, их по 2 штуки. Ожог-вонючка, либо жирный маршмеллоу. Помои, либо торт на день рождения. Тухлое яйцо. Попкорн с маслом, спрей скунса или лакрица. Господи, спрей скунса, я даже не знаю, какой на запах, не то что на вкус. Рвота, либо персик. Прокисшее молоко, либо кокос. Молоко прокисшее, ну бывало по утрам, хлопал. Вонючие носки, либо тутти-фрутти. Блин, ну как носки воняют, я знаю, вот на вкус не пробовала. Протухшая рыба, либо смузи, клубника, банан. Они на запах уже, короче, кобздаем. Тут есть такая штучка специальная. Получается, за каждый килл в ММ я буду крутить вот эту вот штучку и съедать одну конфету. И пытаться как-то еще при этом тащить дальше катку. Никаких там вырезок, никаких все вот по чесноку. Так, первый раунд пистолетный. Ребята, все, толпой просто пушим А и выносим их нахрен. Берем, я беру этот тэк и грену. Пошлите вот через машину на А просто и все. Так, ну они нас тут встретили. Жестко. Ладно, вылезу, вылезу. Ой, там двое! 56 кп осталось! Пацаны, я предлагаю нам конфету жрать! Я боюсь! Короче, кручу эту фигню! Она упала на вот такой синий-голубой. Это какая? Это тупо просто белая. Это тупо просто белая. Прокисшее молоко либо кокос. Ну что, пацаны, приятного аппетита, ё-моё. Пока непонятно. Бля. Это прокисшее молоко. Пацаны, главное, не слушайте меня играть. Подождите. Я еще хуже сделал. Главное, эту херню не запивать. Она ко всем зубам прилипла! Этот первый видос, пацаны, если мы наберем больше 5000 лайков на этот видос, я сниму вторую часть, где я возьму в катку, я не знаю, ну, голд 3, голд 4, там, сильверов наберу. Сейчас я набрал чисто в катку с собой мастеров. Подряд вторую конфету, я еще первую не проживал. Вот сейчас, ребята, я не отрицаю, мафиозник, походу, нуб, ребят, это точно. Это жопа. Кручу. Я уже вспотел, как не знаю кто. Короче, выпало, ну тут хромаки не покажут, вот это зелененькое. Зелененькое это страшно. И когда я вижу цвет зеленый, я уже понимаю, что это что у нас? Это либо сопли, либо груша. Я надеюсь, это будет груша. С богом. А что это такое? Это не сопли и не груша. Это типа болгарского перца. А что такое? А что там делает? Короче, кто сопли, в комментариях напишите, какие на вкус сопли. Я вообще хер знает. Я, опа, понял. Давай, давай, иди сюда. Нам проще на Б перетянуться, ребят, серьезно, их там прям, они там прям все на... Так, кейс. Ой-ой-ой-ой, кейс, кейс, кейс. Забрал. Понял. Патлы еще из ножа, блин! Вообще! Пацаны, у меня конфет не хватит на один видос даже! Так, кручу. Выпала, короче, синяя какая-то с пупурными какими-то штучками. Еще надо же ее понять, какая она. Да, вроде вот это. Это что такое вообще? Это что это? За что за пилюлька счастья? Помои! Либо торт на день рождения! Серьезно! Помои! Такой вкус можно сделать! Как они этот вкус уже придумали? У кого они брали этот вкус? Я представляю, я даже не могу представить, как его могли придумать. Что-то догадались до него. Вот это вкусненько, пацаны. Тортик на день рождения попался. Счастье-то какое. Я уже весь мокрый, как скотина. Ну что ж ты с твоей реакцией-то, Монтон, брат? Он там прыгнул, да мог мне 10 раз попасть.
планчика теперь. Чё этот вообще, чё Джокер вообще делает, да? Объясните мне. Не, ну ладно, мне хотя бы попали что-то вкусненькое. Так, давайте, крутну сейчас ее нормально. Ну как нормально пойдет? Блин, опять эта фигня попалась. Подождите, это что у нас тут? Что за вкусы? Помой то. Или торт на день рождения, опять помой, или торт на день рождения, ребята. Ну тут их много, по идее, тут их много. Ладно, пробуем еще одну. Это может быть уже помоем. Подождите. Ням-ням. Блин, знаете, как прикольно? Два раза попалась какая-то херня, два раза попалась вкусно. Ага, понял. Попал 4 скоп... Красавчики! Лучше! Все, 4-1. Все, 4-1, пацаны. Все, можно жить. Так, тихо. 4-1. 4-1. Мафио с них живи. Опа. Флешка, ничего не вижу! А-а-а! Блин! Классно! Ну, Бланчик как будто за мной следит, я не знаю. Вот я вам серьезно, я вам отвечаю. Ну, Бланчик, это стрим-снайпер. Это какая-то новая, я такое еще не ел. Так, это у нас тухлое яйцо, либо попкорн с маслом. Ёлки-палки. Ребята, я надеюсь, это не тухлое яйцо мне попадется. Желтая, короче, какая-то тут должна быть. Вот она, да? Да, вот она. Она какая-то желтая. От меня тухлое яйцо, она может вырвать. Предупреждаю, беременные дети, уйдите с экранов. Ну, дети, в смысле, не уходите, потому что вы дети... Короче, походу фартануло. Слышу здесь гада. Пожалуйста, спасибо, бежи, 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 бежи. Убегай, убегай. Так, где его убрали? Сверху, да? Лежать, сосать, вся, убил. Так, трипл килл, ёпта, мафиозника, не пират себе. Пацаны, я вам серьезно говорю, когда не хочешь жрать конфеты, вот такие вот, сразу в тебе просыпается киберспорт. Даже с симулятора, блин. Я иду к бомбе! Я иду, пацаны, перетяжку на А, пошли, ой, на Б. Я, короче, тут сидеть буду, типа, смотреть, чекать. Диффуза взял, ФС-очку взял, пошлите на А, да. Там Монтон про команду, то есть командир сказал на А. Все, все идем на А, блин. Ааа, мы же за бетон, блин! Ааа, они все там! Ааа, 49 кп, я убегаю! Они все на фонтане, пацаны! Кто трое? Я обосрался. Я прям реально обосрался. Нет, есть варик, как мне выжить. Есть варик, как мне выжить. Я просто тупо убегаю. Пускай ставят бомбу, а я просто выживаю. Все, я типа не съем. Да, все, сижу. Они будут мне искать патлы по-любому. Потому что они же в курсе, что я мафиозник. Не хочу жрать конфеты. А-а-а, пошел. Я сказал. Найдут гады и убьют. Ой, сейчас крутну, подождите. Судьба моя. Так, какая-то красненькая с розово-фиолетовым. Это что у нас? Красная, розово-фиолетовая. Вонючие носки! И тутти-фрутти! Всё, блин, я тебя отвечаю, везет пока. Ну, суть, да, потому что если я буду снимать второй ролик, если мы наберем больше 5000 просмотров, то нам придется записывать второй ролик. Правильно? Правильно. Братья, торопись. Я сзади, брат, вон там. Я слева обойду. Ладно, это лакрица, она не противная, но я просто понимаю, что там остается где-то скунс. Я говорю, ребят, то вот хейтеры сейчас поставят по-любому лайков, да хренища. Потому что они будут хотеть вторую часть. Потому что они в курсе, что если больше 5 лайков мафиозник соберет, то он будет записывать вторую часть. Я вам отвечаю, ребята. Походу, дня через 3, вторая часть выйдет на канале. Да я одного-то снес! Да блин! Что за Наруто там был или кто это был? Кручу эту хрень. Что это такое зеленое? Сопли либо груша. Так, в тот раз мне попалась груша. Слушайте, может у меня такой вкус? Может я уже ем второй раз сопли? Окажется, что это болгарский перец? Напишите в комментариях, может реально... Кто ест сопли, пацаны? Может реально сопли это болгарский перец? Потому что я второй раз ем, и второй раз это не сопли. Блядь, или это сопли? Я не могу понять. Сопли, насколько я знаю, они даже мы солененькие. Да ты, я точно знаю, ну помню. Ну попадала пару раз мне в рот сопля. Ну что теперь? Я с дробью, пацаны, тихо. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Блин! Он один там сверху с бомбой, блин, остался. Нет, двое. Там один сверху, пацаны, на верхних апартах. Все, ждите их нахрен обоих, они уродов. Убай. Че это? Че это? Мне уже страшно. А рвота либо персик? Вот я точно помню, мне в прошлый раз летался персик. Если сейчас будет рвота, пацаны, не ешьте, не пейте ничего, потому что сейчас будет рвота и у вас тоже. Она прям, ну, на рвоту похожа, в принципе. Она, в принципе, на рвоту похожа.
Ты что я делаю? Да-да, я случайно скинул. Остальный персик. Ля, какой персик. Какая ананас. Блин, жопа, ребят. Я вам серьезно говорю, больше 5,5 тысяч лайков. Не забывайте, кстати, подписываться. Попустите такие видосы интересные. Вот больше 5,5 тысяч лайков соберем, будет вторая часть. А их там мало вкусных осталось. Потому что в основном я все сожрал уже. И вот это страшно. Вот это самое страшное. Все вкусные я съел. Спасибо! Как страшно-то, блин, играть-то, ё-моё! Ребят, я вам говорю, когда, короче, на кону твои конфеты, ты играешь отлично просто. Кто хочет тренироваться, кто хочет добиться высот в игре, вот это в 2, покупайте конфетки. Я говорю, вот проиграл, сожрал. А еще можно не глядя. Я вот одну сейчас достану не глядя, реально. Давайте вот я их так помешаю и достану ее. Это, скорее всего, сопли я достал. Да, сопли либо груша. Вот я ее перед собой ложу. Если сейчас проиграю, типа, ну, чтобы не крутить эту фигнюшку. Бомба здесь у меня. Еще одного забрал, я твоих забрал. Ты все, пошел. Киберспорт. Конфеты. Главное не жрать. А, один отлетел наш. Да. Все, сопли. Домой. Все нормально, отстреливаются пацаны, откидываются. До свидания. Спокойной ночи. Упал, отжился. Все, последний полупокер остался, где он? Я буду жить, сказала мне судьба. Не буду есть я черную конфету. Ведь я такой молодец, стал тащить сразу же. Вот, последний килл. В общем, ребята, делаем итог. Я съел 9 конфет. Сколько не попалось невкусных, я вам не скажу, не знаю. Я точно не скажу вам. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на канал, оставить свой офигенный комментарий. И в следующий ролик я доберу, возможно, именно тебя, братишка. Потому что конфет еще осталось, ну, прям вообще офигеть. Так что, ребят, больше 5000 лайков мы собираем на этом ролике. И я тут же, в этот же день, как только я это вижу, записываю вторую часть. И мафиози даже себе плюс 1 набрал это фигни. Вы поняли, да? Так что, пацаны, вот такой у нас получился видеоролик. Желаю всем удачи, хороших каток, поменьше конфет. С вами был мафиозник. Пока-пока.